После жестоких морозов, после продолжительных буранов, наступает в жизни чабана удивительно благодатное, единственное время в году, пора откачевки на Джаляу, на летние высокогорные луга. И не пугает его ни долгий путь, ни стремнины горных рек. Саяк Курманбаев, чабан из Талдыкурганской области, пасет свою отару в отрогах джунгарского Алатау. Я отцовской дорогой пошел. В совхозе Кзылтан чабаном работаю. Трудностей хватает, особенно сейчас. Поголовье увеличили, приходится мне с семьей 1500-2000 овец на Джиляу перегонять и пасти. Но мы стараемся, понимаем поголовье овец в Казахстане. До 50 миллионов надо довести. Что от нас зависит, все сделаем. Но вот только каждый год, как с Джаляу вниз спускаться, так сердце болит. Казалось бы, чего проще. Подъехали машины, погрузили животных, и через несколько часов мы на мясокомбинате. Так почему же болит чабанское сердце? Потому что только малая часть овец поедет на машинах. Большая же часть будет добираться на своих четырех. Давайте пройдем и мы весь путь от Джаляу до ворот мясокомбината. Сдает более 120 тысяч овец на мясо и более 4 тысяч голов крупнорогатого скота. Приемка скота на мясокомбинатах, их доставка для хозяйств составляет очень большие трудности. Так, например, мы из 120 тысяч голов овец больше половины молодняк. Поэтому в день отбивки надо сразу же сдавать этих ягнят. Если мы не сдадим, мы в течение 10 дней потеряем не менее 2 килограммов. За месяц мы потеряем 5-6 килограммов. Пока эти ягнята привыкнут к подножному корму, они теряют вес. Поэтому надо их срочно отправлять. Вот здесь-то у нас начинаются и все мучения. Этих ягнят мы гоним километров 30-40 гоном до тех мест, куда автотранспорт подходит.
Если пришел он с мясокомбината, то хорошо, мы находимся от мясокомбината на расстоянии около 200 километров. 200 километров пути. 5-6 килограммов на каждой овце. Значит, в целом по району 600-700 тысяч килограммов потерянного мяса. А по области? А по другим областям? Ведь проблема, о которой сказал секретарь райкома, к сожалению, не ограничивается Семеречьем. Итак, в мясном конвейере страны возникает некий интервал. Путь овцы от пастбища до мясокомбината. Именно тут-то овцеводство республики и терпит самые обидные потери. Причем потери, не учтенные ни в каких сводках. Уже 10 лет каждую осень перегоняет на мясокомбинат своих овец чабан Султан Рыспеков. Мы с человеком молдай даймыз. Осынан 12 күнде жетеміз. Ал енді осы қойымыз сол экортаның... Мы гоним отару на Уштубинский мясокомбинат. 12 дней пути. По дороге овец пасти негде, словно по пустыне идем. Травы нет, водопоев тоже нет. И нет никому до нас дела. А пригоним и 10-15 дней ждем. Кругом ни травинки, пыль одна. Смотреть страшно. Овцы шерсть друг с дружки объедают. Хвосты лошадям откусывают с голодухи. А ведь отара не моя личная. Мы все делаем общее государственное дело. Но кто же должен быть ответственным за этот перегон? За эти ожидания. Біз барғымыз келмейді. Жалғыз менің малым емес, халықтың малы. Біреу пішен шауып жатыр, біреу машина айдап жатыр, біреу зауытта жүр. Мен болсам қой бағып жүрім. Бәрімізді үкіметтің үлесі қой қойып отырғанымыз. Ответственный должен быть по договору контрактации мясокомбината. Они вовремя должны поставлять специализированный транспорт, в соответствии с договором вывозить этот скот. В соответствии с постановлением Совета Министров от 6 апреля 1973 года за номером 188. Но вот этот договор контрактации ими не выполняются. И вот хозяйство старается любыми путями на любом попавшем транспорте доставить на мясокомбинат. Половина этого овцепоголовья идет гоном. Страдает от безводицы овцы, теряют вес. А ведь со дня принятия постановления правительства прошло 10 лет. В прошлом году мы сдавали 3000 голов взрослой валки. После 8-месячного откорма и 2-месячного нагула тут же сразу с нагула сняли опять же гон. Из них, кто поверит, 1155 голов тащаком приняли. Это взрослые валы кидал? Справка. Мне в квитанции документ ехали. Мы после возвращения меня, значит, в отпуск, я, значит, до директора доходил, до областного комитета народного контроля, но, однако, мы... Не решили пользу хозяйства этому вопросу. Я еще не видел ни одного директора совхоза, который был бы удовлетворен от сдачи скота. Всегда то недоверие, то задержки по приемке скота там на местах. И я же говорю, мы если взвешиваем здесь молодняк, у нас 35 килограммов, там на мясокомбинате получается 30 килограммов. Только при сдаче в трех партиях, где-то я более 6 дней потерял. 6. А также в роли толкача, вот, поскольку руководитель сам приехал, заходишь к директору мясокомбината, саке, давай, вот надо принять, помоги. Так далее, помоги. А там, и самое главное страшное дело,
никогда не соблюдать не только договор, график. Ведь, само собой, ясно, что без перехода на прямые связи работники мясокомбината за путь следования ответственности не несут. Да и здесь, значит, в пределах, значит, технологической переработки на ответственность на мясокомбинате чисто формальная. Ни одно ведомство не хочет брать на себя ответственность за этот долгий путь, за этот неоправданный интервал. Главное оправдание мясокомбинатов – сезонность приемки. Но сезонность вообще характерна для сельскохозяйственных работ. Сахарные заводы, зерновые элеваторы, разве они не сталкиваются с этой проблемой? Массовая сдача овец животноводами – такая же страда, как жатва у хлеборобов. Видно, пришла пора определить организацию, которая отвечала бы за этот дорогостоящий интервал. Не прямое ли это дело создаваемых ныне советов агропромышленных объединений? Между тем путь нашей отары продолжался, и проблема открывалась нам с другой, может быть, самой больной стороны. Вместе с материальной мы внесем большой моральный урон. Большой моральный урон. Именно испытав эти лишения по доставке этого поголовья до мясокомбината, чабаны после этого уже, ну, у них нет желания этот скот гнать, не только гнать, но и пасти отару. Потому что он уже не удовлетворен, не получает удовлетворения от своего труда. Не получает удовлетворения от своего труда. Вот он результат равнодушия и бесхозяйственности, сводящий на нет напряженный труд и, можно сказать, подвиг животноводов. Необходимо переходить на прямые связи. Переходить на прямые связи. Но прежде чем перейти на прямые связи, необходимо провести следующее мероприятие. Во-первых, значит, обеспечить мясокомбинаты скотовозами, ну и специализированной автобазой. Совхозы должны иметь загрузочные площадки. Я за это постановление, потому что оно позволяет как и сельскому хозяйству, так и перерабатывающей промышленности более четко организовывать прием, переработку и получение качественных продуктов сельского хозяйства. Вот ведь и постановление правительства о переходе на прямые связи, оказывается, есть. Только почему же оно не выполняется? Почему не создать дешевые на несколько районов скотобойные пункты прямо на месте? Именно теперь, когда принята продовольственная программа, у нас для этого есть широкие возможности. Ну а как те овцы, которых загрузили в скотовозы? Уж с ними-то, вероятно, все в порядке. Часов 8 ехал я. На вчерашнего вечера стою. Загрузишься и разгружаешься дольше, чем это едешь. Мы едем фактически меньше, чем заняты машины на погрузке и разгрузке скота. И получается, что мы 16 часов стоим, а 8 часов едем. Я хочу вот что сказать. Администрация нашего вот мясокомбината, она в другой раз плохо, ну, внимание уделяет. А поток машин очень большой, и наш мясокомбинат не успевает забивать этот скот. Это надо проблему решать администрации мясокомбината и выше. Овцы, они в другой раз сутками, а то и полторы стоят голодные. А то уже их возьмешь и вот так вот трусишь, они еле-еле. В пятницу мы по графику привезли с Нарынкорского района, где-то мы загрузили за день 3000 голов. Привезли сюда на мясокомбинат, разгрузили, а мясокомбинат в субботу и воскресенье не принимал этих овец. Через двое суток с овцой что будет? Она уже ноги не сможет свои нести. 4000, если считать, что они по 2, по 1,5 килограмма теряют, уже получается 8 тонн мяса. Вот это уже можно нашей автобазе бы хватило водителям. Целый сезон мясо возишь, нет в магазине мяса. И вот попробуй, найди концы. Наше дело возить, мы возим, крайние водители, бараны. По графику мы привезли здесь, вот места нет разгружать.
Места нету здесь. Мясокомбинат разгружать, места нету. Вот ребята стоят, правда они говорят, вот стоят они. Чтобы продвинуть вперед решение продовольственной программы, необходимо усилить внимание ко всем звеньям той цепочки, по которой продукция доходит до потребителя. Об этом говорил на майском пленуме ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев. И что отрадно, так по-государственному поступают люди инициативные, ответственные. Взять хотя бы пример Панфиловского мясокомбината. Животноводство переведено на промышленную основу. Сейчас в откормочных площадках хозяйств содержится более 100 тысяч голов овец, 6 тысяч голов крупнорогатого скота. И кроме того, мы ежегодно производим и сдаем 3,5 миллионов голов уток. И все это мясо мы сдаем на месте, в местный мясокомбинат. Если бы не было этого мясокомбината, конечно, мы бы ежегодно несли большие потери. Значит, составляем четкий график подачи на каждый месяц, на каждый день. И руководители хозяйств знают, какой день, какое поголовье подавать. Средний сдаточный вес по району овец составляет 42-44 килограмма. Крупнорогатый скот сдаем свыше 500 килограмм. Ежегодно район сдает 17 тысяч тонн. Из-за консерватизма руководителей некоторых министерств и ведомств, особенно мясной и молочной промышленности, до сих пор не получает широкое внедрение прием скота непосредственно в хозяйствах. Эти слова товарища Кунаева обращены ко всем, кто работает сейчас, воплощая продовольственную программу в жизнь. Вопрос о создании, что ли, здесь на месте, вот, например, три района наших, Сарканский, Аксуйский, Копальский, где-то в этих районах скотоубойного пункта. Тогда бы мы ликвидировали бы потерю продукции. Своевременность, актуальность этого решения поможет нам в реализации продовольственной программы. Борьба за конечный продукт заготовительных органов, транспортных органов, сельскохозяйственных органов, всех, чтобы то, что было произведено, оно непосредственно попало потребителю.